Более 1000 детей на одной сцене. Режиссер отслеживает каждое движение. Родители замерли в ожидании. Подготовка к масштабнейшему гала-концерту премии «Андрюша» длится уже несколько часов. Все ради того, чтобы шоу получилось высококлассным. В этом году у нас самые лучшие номера, которые были за 10 лет. Мы их восстанавливаем, но, конечно, время идет вперед, и мы все делаем на шаг вперед, делаем новые аранжировки. То есть номер, вроде бы, казалось бы, тот же, который был 5 лет назад, но на самом деле зрители увидят нечто новое. Все звезды выступают у нас, но это традиционно, с детьми тоже восстанавливаем номера. У нас в этом году впервые выступает хор оперного театра с нашими выпускниками. Отдельная репетиция посвящена прологу, который организаторы задумали в жанре мюзикла. В этом году мы впервые сделали такой мюзикловый вариант. То есть у нас вокалисты танцуют вместе с хореографическим коллективом. То есть мы их объединили в единое целое. И на это ушло достаточно много времени и репетиций. Ну, на данной премии мы станцуем несколько номеров. Мы участвуем в финальном номере, также в прологе. Также наш коллектив танцует свой отдельный номер, в котором участвует весь коллектив. Около 100 человек. Все будет в белом платье, с кисточками. Очень красиво должно быть. Нам это очень нравится, потому что танцы — это наша стихия. И мы, в принципе, каждый день проводим на репетициях. Волнение, конечно, есть всегда перед каждым выступлением. Будь это маленькая сцена или огромная. Мы собираемся всем ансамблем, всем коллективом и кричим кричалку, чтобы победить. Мы заряжаемся энергией все вместе, и потом выходим и с настроением, с большой энергией выступая. По традиции ведущим шоу станет Александр Олешко, а среди участников выступит заслуженная артистка России Нина Шацкая, оперный, эстрадный и джазовый певец Игорь Манаширов, а также выпускники фонда, артисты театра Олега Табакова, студенты Гнесинки и ГИТИСа.